О, господи, это мороженое. С лопатой. Вау, красиво! Всем доброе утро. Поздоровайтесь. Привет! Сегодня у Полины линейка в Канат Скул. Так что мы вот идем. Мы проснулись, в 7 утра встали. Девочки еле встали, потому что мы еще после каникул не можем отойти. Вот. Проснулись в 7, еле-еле в 8 вышли, собрались. Вот сейчас пойдем позавтракаем. И на такси поедем до школы. Мотоцикл сломался у меня. Завтра буду его чинить. Так что вот так вот. Поля, ну как настроение у тебя? В школу идешь? Первый день. Класс. А? Классно? Завтракаем мы вот в этой столовой. Кафе-столовая. Вот. Во сколько она начинает? В 6:30 начинает она работать. Если долго спишь, потом придешь, здесь ничего уже обед нету, будет. Да? Да, либо будет обед, либо ничего не будет. В этой столовой мы обычно берем лапшу. Максимум можем пельмешки покушать. Порции очень большие. Мне хватает такой порции, чтобы наесться. Китайцы также берут вот эту кашу. Непонятная каша вообще. Мы раз брали, вообще непонятно. Вот эта лапша вообще вкусненькая. Пельмешки с травой. Вот китайцы берут кашу какую-то непонятную. Утром прям ассортимент вообще, да, Кать? А ты зачем это берешь? Ну, попросили. Катя взяла теплое соевое молоко. Дети попросили. Булки пареные, внутри начинка, либо мясная, либо фасолевая. Это я не знаю, что такое, я такое ни разу не пробовал. Вот это, кстати, сладкая булка. У нас налички не оказалось. Вчера, видимо, потратили все. Тратили всю наличку. Вот. Хорошо, что напротив есть банкомат. Сейчас пойду быстренько денежки сниму. Мы пользуемся банком ABC. В общем, взяли мы 4 пельмешки. Пельмешки с травой. Очень вкусные. Взяли 3 лапши, потому что девчонкам одной лапши хватает пополам. Вкусная лапша. Вот, лапша очень вкусненькая, с грибочками, с зеленью, с соевым соусом. Рисовая лапша. Этот нам все обошлось 23 юаня. Ну, все, мы позавтракали. Сейчас побежали на такси. Мы маленечко уже опаздываем. Мы сели в такси, нам повезло в такси, мы его достаточно быстро нашли. Я сфотографировал адрес школы, который на брошюре с задней стороны написан. Вот. Показал таксисту, он говорит, окей, ну все окей, мы сели, поехали. В такси установлены вот такие вот счетчики. То есть, когда садишься, он включает его, опускает вот эту штуку, старт начинается с 10 юаней. А также вот такие вот решетки у них. Видимо, защищает себя от пассажиров. Хотя я вот тут сижу, но впереди можно садиться. Ну все, мы приехали. Так, что надо заполнять, наверное, что надо. Катя дали какую-то бумажку. А, нужно поставить роспись, чтобы мы приехали. Там написано, что там, этаж какой. Ребенок ошарашен, так что.
Вот Моня. Ну что, где иностранцы? Вон, вижу одну иностранку. Там какая-то Юлия была в нашем классе, уже расписала. Дети сидят в одном классе, а родители сидят в другом классе. Как проходит встреча? Нас сейчас, видимо, проведут в класс, где сидят взрослые. А ребенок будет один, что ли, сидеть? У нас grade 1A. Рюкзаки, я же говорю, будут рюкзаки вам. Вон рюкзаки, Оля. Заходи. Как тебя зовут, я спрашиваю? Лина. Ой, Батыр говорю. Сердар, помнишь Сердара? В игровой комнате с ним играли. Потом на шашлыки вместе ездили. Да, он чуть попозже подъедет, потому что они ночью сегодня прилетели. Немножко задерживаются. Они здесь недалеко живут. Дети такие, как зомби, заходят такие. Все друг друга не знают еще. Все заходят так, смотрят с такой опаской. Так, все, давай, иди, заходи, а. Вон, с мамой зайди. Это класс, да, наверное, будет, да? Да. А? Дай попить, пожалуйста. Будешь учиться здесь? Почему? Почему? С Полей вместе, с Полькой будешь учиться? А? Вон, смотри, имена написаны. Кать, смотри. Смотри. Вот имена все написаны, кто будет учиться здесь. Так, смотрим, где наша Полина. Вот она, Лина. Это наша китайская имя. Давайте я запишем туда. Пойдешь в школу? Пойдешь в школу? А ты с синяком, ничего? Давай. Грудь. Колесом сделай. Давай приклеим вот так вот на сердечко. Это чтобы тебе имя твое, чтобы все видели. Как тебя зовут, скажи? Лина. А китайское имя? Лина. Я в слезы. Ребенка усадили в класс. Разлучили с мамой. Так, короче... Короче, Полинку посадили в отдельный класс, то есть там дети чисто сидят. Им там будет знакомство с ними, им наклеили наклеечки с их именами, получается, чтобы они могли друг друга различить. И родители поведут сейчас, видимо, в другой класс, там будут рассказывать, видимо, распорядок дня и какие-то детали, что будет дальше в школе. Киндер стоит, смотрит. В общем, нас провели вот такой вот актовый зал. Посадили, сейчас будут что-то говорить. Также предложили всякие закуски, напитки. Вот, Вероника сходила, что-то себе взяла. Вероника, что себе взяла, скажи. Печеньку и ананас, там еще что-то. Не знаю, ну вот печеньку ты укусила, на что похоже? Не знаю. Посмотри, какое прикольное мороженое. О, Господи, это мороженое. С лопатой. Вау, красиво! Ты мороженое прям давишь, что ли? Ну да. Ножички немного упали.
Ну, это десерт, да. О, правда. Мам, смотри, что я увидела. О, фрукты. Ну, это правда, это не мороженое же, а пудинг какой-то. Манго? Вкусно. Мама, это капусточка, ее можно кусочек? Это петрушка. Можно? Можно, конечно. Ну и как? Нажуй, да и все. Нет, спасибо, я не хочу. Как тебе десерт с петрушкой? Вкусно? Папа решил копать землю. Я смотрю, ты копаешь. Копаю. Я копала на землю. Посмотри, какое оборудование в китайских актовых залах. Они оборудованы столами. Вот что значит Китай, блин. Они едят всегда и везде, даже в актаун-зале. У нас как бы неприлично кушать, да, в актаун-зале? Сама слушай, я пойду речку кушаю. Как проходит линейка? Да. Китайской школе. Все понятно. Особенно в онлайн, все понятно. А, надо похлопать, Представляют учителей, как зовут и говорят, что преподают. До какого класса. В том зале закончили говорить о школе. Там говорили о школе, говорили о кухне, представили, представили преподавателей, кто, как кого зовут. Вот. Сейчас сказали, видимо, к ребенку своему пройти. Мы дойдем к Полинке, вот ее группа. А нам что, сюда? Ну куда пошли? Поправь сережку, правое ушко. Ага. Куда-то повели наших детей. Непонятно. Ну что-то я русских не вижу. Есть, да? Да, есть. Пойдем. Че, куда пойдем? Да. Ага, здравствуйте. Слава. Алексей. Ага, очень приятно. Очень приятно. Might be wondering, am I the Chinese teacher or what, you know, what's happening? I am Chinese Canadian, so I am. Это наш учитель будет. My parents are Chinese, but we all moved to Canada in the 1970s. My family went to Canada. So I was born and raised in. Вон наша знакомая Аня пришла с двумя детьми. А дальше пошло бла-бла-бла. Что-то говорит про распорядок. Непонятно. Благо у нас есть друзья, которые понимают по-китайски. Нам если что помогут разобраться. Мама Лина. Улыбаемся. Хлопаем. Выдали две брошюры. Это для студентов, для учеников, а это для родителей. Ясно. Показывать, что внутри. О, форма. Это
второй комплект формы. Пришли наши детки. Полина, привет. Поля, где вы были, расскажи. Подойди сюда, расскажи. Поля, ну иди сюда. Вот твоя форма, представляешь? Тебе выдали форму, смотри. Вот. Ну, рассказывай, где была, что делали. Давай, рассказывай. Я была на улице, там очень жарко. Что вы делали на улице, расскажи. Да, что-то там гуляли. Показывали? Еще нам... Нет, еще нам какой-то пряник дали. А, вам еще перекусончик дали, да? Да. Пряник вкусный? Кока-колу даже? Нет, не кока-колу, а молоко дали. Да. С ребятами с кем-нибудь познакомилась? Иди с Сердаром, поздоровайся. А что ты? Ты с ним учиться будешь? Он сказал, защищать тебя будет, слышишь? Да. Подойди к нему, поздоровайся. Он сказал, тебя будет защищать. Если он китайский же хорошо знает, если что, он тебе поможет. Ты-то сама-то тоже не плашай, учи язык быстренько. Китайский, английский, ладно? Ну все, Полинка наша готова в школу. Пошли в школу. Ты готова? И так каждый день ты будешь таскаться, слышишь? А? Ну-ка, переверни, постельное белье переверни. Вот так вот каждый день в школу. Ты готова? Рюкзак вообще просто громадный. Ну-ка, дай посмотрим. Ой, он такой громадный. Аж до задницы моей не достает. Ну все, линейка закончилась. Полинке выдали форму, выдали рюкзак, учебники. Постельное белье даже вот выдали. Да. Все новое. Мама, тебе что понравилось-то? Честно? Линейки. Что не... Как ты ее мне можешь... Мне понравился горшочек с петрушкой. Хоть это вообще никак к линейке не относилось. Но меня удивило, конечно, то, что мы пришли в актовый зал и давай всем, ну, предлагать еду. То есть да. У нас как бы в России заведено совсем иначе, если ты приходишь в актовый зал. О, шарики лопаются, ты интересно. Ты не кушаешь, ты там ведешь себя тихо и так далее. Все наоборот. Вот. Ну все, информацию получили. В школу пойдем 1 сентября. Сразу же оденем форму, возьмем с тобой постельное белье и пойдем в школу. Все, давай, Поля, говори, до свидания, всем пока. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Всем пока! Пока!